Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, сегодня у нас очередной смотр танков нашей любимой игры «Мир танков» от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре ЛТшка 6-го левела, французская, АМХ 12 тонн, моя одна из любимых. Имбоватая машина, много чего у нее прелести есть, а как играть и что это за танк, мы сегодня рассмотрим. Прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если до сих пор это не сделано. А мы отправляемся в чудесный мир французского танкостроения. Обычно мы идем смотреть коллижен модель танка по броне, но броня у нас вот такая. 50 корпуса, да, спереди 20 башни, 30 бронирования башни и 20 корпуса сбоку. 20 сбоку башни, да. Брони нету, полный картон, пробивает фугасами. Нам ББхи и подколы в нас не надо тратить. Зачем нас фугасами будут избивать? Поэтому броню изучать, в принципе, нечего. Идем сразу смотреть основные модули. Погнали. По основным модулям для ЛТшки важна подвижность, поэтому как на месте, так и вперед, да, обязательно топовый двигатель, топовую ходовую, топовую рацию. 10-го левела, кстати, на ЛТшке 6-го левела нужна вам, чтобы передавать данные по засвету своим союзникам. Пушечка нас, естественно, интересует топовая, 6-го левела, соответствующего уровню танку, это 75-миллиметровка с альфой 135 на основном голдовом и 175 на фугасе, 144 пробития на основном, 202 на голде, 38 на фугасе. И у нас кайф, барабан на 4 снаряда, с КД между выстрелами 2,5 секунды, это хорошо, ДПМ почти 1200, точность не самая лучшая, ближе такого тяжелого танка все-таки, да, время сведения 2,3 секунды. Касаемо полевой модернизации, во втором блоке настройка клапанов, в четвертом схема 2, да, прошу прощения, вот, в четвертом блоке настройка механизмов прицеливания, в пятом блоке дополнительная противоосколочная защита. По оборудованию просветленная оптика, турбина и малошумная система выхлопа. По снарядам основной у нас бронебойная скорость полета 1000 метров в секунду, это хорошо. Голда у нас подкалиберный 1250 метров в секунду скорость полета. Фугасы у нас летят так же, как и бронебойные снаряды. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, но я вам рекомендую на ЛТшках, в частности на этой, ездить с доп. Пайком. Очень сильно улучшает возможности танка. Три члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам. Вообще вся эта история этого танка, это про его барабан и пушку. Да, это ЛТшка, она должна выполнять свою роль. И мы сейчас посмотрим эти характеристики. Вот, но главное, одно из главных, это еще его орудие. Это барабан на 4 снаряда. Очень быстро он разряжается и достаточно комфортно заряжается. Вот. Можно очень дамажить. Это дамагер, это ЛТ дамагер. По ХП мало, 650, ну как для 6 левела, в принципе, стандарт. Вот. По скорости у нас 64 вперед, 25 назад, 30 лошадей на тонну. Бодро очень едет, бодро набирает максималку. Вот. Незаметность 46 почти процентов, перк незаметности вкачан, да, ребят, 46, вот, а обзор у нас 419 метров, благодаря, опять же, просветленной оптике, и у нас, кстати, небольшие потери, у нас экипаж на 100% не переобучен на эту машину, поэтому чуть-чуть характеристики, так сказать, скудные, а могли бы быть чуть-чуть получше. Все, отправляемся в бой, дайте смотреть, собственно, на что АМХ 12 тонн способен, поехали. Так, господа, обзор боем у нас. АМХ 12 тонн. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, поедем налево, гору надо занимать. Надо с вами потикать. Нужна поддержка. Я надеюсь, увидели. Разгоняем наш пылесос. Набирает он, кстати, неплохо максималку. Достаточно шустрая тачка. Главное, в столбы, в деревья, ребят, не врезайтесь. Тачка легкая. Все.
Все нормально, обоссали. Гора наш. Гора наша. Глянь, никто не светится, больше никого нет. Текс. Тихо. Ух ты. Наполучал я. Наполучал, сидит в засаде вон она, хелесик. Хорошо, 1200 есть, заряжаемся. Нормально долбил. Ты тебя не осмелеет тут. Не стал я выдавать последний. Ё-моё. Все не самым лучшим образом для нас складывается. 1600 надолбакали, но... Ребят, 2к дали в бою. Я уверен, что первое место по урону, но союзники ведь что творят, не хотят выигрывать. ПХП, в принципе, еще все неплохо, но раскатка не самая хорошая у нас. Ездит под всеми стволами, но пса ездит, только вот крутит головёх свой тупой. Он опять под все стволы вылазит. Так вот и играет. Встал. О, сзади. О, не, это проигрышный бой. Это проигрышный бой. Мы что могли, сделали по максимуму. А это проигрышный бой. Увы. Вон, видите, где колесо это у нас играется. Перекатись уже вот в эти кусты, дебилушка.
Все. Ангар. Давайте смотреть результаты боя. Шикарного боя. Да. Господи. Господи. А вообще комфортная тачка. Люблю эту машину. За ее барабан. За точность орудия, в принципе, да, за подвижность, за незаметность. Сплошные плюсы. Барабан на ЛТ это вообще всегда крайне удобно. И этот танк, естественно, не исключение. Вот, пожалуйста, первое место по урону. В два раза практически настрелял больше ближайшего, но остальные, видите, какие результаты настрела. Имба тачка любимая, одна из любимых. Прям кайф, кайф, кайф. Ребят, по пятибалльной системе 4 с плюсом ставлю. Для своего левела прям имбоватая машина. Факт. Это факт. По оборудованию единственный правильный комплект. А машина играбельная. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Катайтесь на этой ветке, получайте удовольствие. В частности, от этого танчика. Всем пока, до скорых встреч. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.